утро. Сегодня я на примере туи обыкновенной и можжевельника перистого расскажу, как в осеннее время делают обрезку хвойных растений. Для обрезки растений я использую секатор. Перед обрезкой нужно его обработать антисептическим раствором. Обрезка происходит только в тех зонах, где необходимо обрезать. То есть это сухие зоны или поврежденные. Теперь переходим к можжевельнику, обрезаем также сухие и поврежденные участки. Чтобы сохранить влагу растения и создать более эстетический вид, мы мульчируем почву декоративной щепой. Древесная щепа полезна тем, что сохраняет влагу земли и создает эстетическое восприятие нами этого растения. Это последняя стадия пересадки, мульчирования. Подкормка растения удобрениями произойдет через 2-3 месяца, если это кадочное растение. Если это растение будет расти и стоять на улице, тогда весной. Сегодня я вам показала, как обрезают и мульчируют растения хвойные в осеннее время. До следующих встреч!